и хроника коронавируса на 24 июня. Традиционно начинаем со Славутической больницы. У нас 6 случаев заболевания коронавирусом. Трое находятся на самоизоляции дома. Один из них работник Чернобыльской атомной станции, который, правда, в настоящее время находится в отпуске и последний раз был на ГСПЧС 9 июня. Один выздоровел, двое на самоизоляции в Черниговской области. Информация по Украине. Всего заболело 39 014 человек. Установлен антирекорд плюс 940 заболевших за последние сутки. Умерло уже больше 1000 украинцев. 1051. Еще 2-3 дня, и мы уверенно перейдем на 34 место вместо Португалии, потому что там заболеваемость уже значительно ниже. Что касается наших областей, на первом месте Киев – 4528 заболевших. Далее Черновецкая область – 4478 заболевших. Львовская область – 4423 заболевших. Ривенская область – 3164 заболевших. 24 случая заболевания коронавирусом обнаружено на Ривенской АЭС. И области, которые нас интересуют, Киевская – 2332 заболевших, Черниговская – 494 человека. И информация по миру. Всего в мире заболело почти 10 миллионов человек, а точнее 9 385 тысяч 15 человек. Умерло 480 тысяч 435 человек. Что касается стран, на первом месте по-прежнему Соединенные Штаты Америки. 2 миллиона 424 тысячи 492 человека заболело. Умерло 123 тысячи 476 человек. На втором Бразилия. 1 миллион 152 тысячи 66 заболевших. 52 788 умерли. На третьем месте Россия – 606 881 заболевших. Россия находится на первом месте по приросту заболеваний за один день. Так, за прошлый день в России заболело 7176 человек. И тем не менее, в среду, 24 июня, прошел парад Победы, в котором приняло участие 14 тысяч военных и тысячи ветеранов. И практически 99,9% без масок. Интересно, что по информации от «Нового времени» у членов киргизской делегации, приехавших на парад Победы, нашли коронавирус. Напомним, Россия на третьем месте, 606 тысяч заболевших и 8513 умерших. На четвертом месте Индия, 456 552 заболевших.